Доброе утро. Сегодня у нас 2 октября. Мы в Анталии. Пока еще облачно, но обещают сегодня ясную погоду и до 29 градусов тепла. Всем доброго воскресного утра. Сегодня воскресенье, и мы уже пришли на завтрак. Завтрак у нас традиционный, снова такой же, плюс еще тарталеточки. А вчера мы тоже их ели. Александр Николаевич, поздоровайся с нашими зрителями. Good morning. Günaydın. По-турецки надо говорить. Смотрите, какая картина. Просто шикарно. Да, котейка? Такой классный здесь владелец отеля. Он всегда здесь находится. И живет здесь, и работает в отеле, все делает. Только сказали, что... Да, он же так сказал. Мне все, и у них даже на аппарате защиту. Или не померяй даже есть. Это что? Да. Ничего себе. Сказали, хлеб закончился. Блин, сахар не взял. На велосипед. Там же рядышком. Да я что-то забыл. И сгонял в магазин, привез уже нарезанный свежий батон. Целый мешок огромный. Я у него спрашивала про велосипеды. Смотрю, там 3 штуки у него стоят велика. Он говорит, да, можно. 100 лир в день. 100 лир в день. Я говорю, а час? Мне вот часа достаточно покататься по набережной туда-сюда. Он говорит, ну, так подумал, говорит, 25. Вроде бы это бугенвилля. Цветов больше, чем листьев, и круглый год. Они вот в Египте, в Турции. Обалденно. Красота такая. Вот мы сидим здесь. Завтракает Александр Николаевич еще у нас немножко над аркой. Арка, в которую заходишь, вход от отель. И здесь бассейн. Территория маленькая, но такая компактная, уютная. Хотели мы сегодня поехать в Марк-Анталия. На разведочку посмотреть, какие сейчас цены, что можно купить. Но нам напомнил, вчера нам говорил хозяин отеля, напомнил, что сегодня-то рынок текстильный, вот где мы вчера овощи покупали и фрукты. Сегодня текстильный рынок там же. И сейчас с утра, конечно же, хотим туда сходить. Сейчас идем, посмотрим, я вам покажу, что там продается, по каким ценам. Может, что-то и купим. Ну и потом мы пойдем в Марк-Анталия после этого, вернее, поедем. С виду все лежит, все навалено на раскладушках, на столах, как секонд-хенд. Ну это, Саша, это эти турецкие копии, как они их называют. Все известные мировые бренды в Турции делают копии. Вот Zara, пожалуйста, 70, Turkish Lir. Они, кстати, эти копии, так называемые, они у них очень качественные. Так что, если вы не гнушаетесь всяких копий, она же намного дешевле, чем оригинал, то вполне можно покупать. Многие покупают, зная, что это подделки. Это турки называют копии. У нас это, конечно, подделки. То вполне можно покупать, в принципе. Носочки. У них все качественное. Это же все в Турции делают, с турками. А не ни Китай никакой. Ну, прошлись мы по рыночку. Посмотрели чисто поверхностно, что там продается. Много чего есть. Кожа, сумочки, носочки, футболочки и так далее, в принципе, все есть. Но это все вот такое, как я уже сказала, копии они называют. Ну, в принципе, и не только, а так. Сейчас мы идем обратно в отель. Кое-что забыли, транспортные карты забыли. Надо взять. Мы их пополним по дороге около остановочки и поедем в Марк-Анталию.